Еще бы, конечно, было бы круто, если бы здесь можно было прямо так спрыгнуть как-нибудь. Но что-то я, ребят, думаю, что нет. Нам про эти прыжки пока ничего не говорили. Отсюда открывается, конечно, замечательный вид. Там дофига кораблей. Там тоже живописно. Птицы что-то не успокаиваются. Так, здесь припасов нет. А там, по всей видимости, у нас вот эти самые монголы где-то. Сейчас я тогда взберусь снова сюда вот на эту, скажем так, возвышенность. Так, где-то здесь кто-то должен был быть, да? Давайте я пройду, может быть, там на самом деле какой-нибудь отряд шел. Просто как бы меня так заметили. Да птица, да отстань ты, господи. Тихо. Тихо. Вот так. Кто выйдет на бой? Давай сюда, блин, иди. Ты! Ну давай. Ну, кто кого? Получил? Падла. На! Давай сюда иди. Давай, вот так раз. И вот так два. Все. Это как бы, ребят, получилось у нас очень-очень быстро. Так, жалко, конечно, они вот этих убили. Ну, скажем так, крестьян. И жалко, что здесь нет предводителя. Там, как видите, тоже у нас что-то интересное маячит. Давайте хотя бы посмотрим. Быстрее, Кага! Отметим место. То есть там территория монголов, я думаю, что мы с вами не пойдем. Так. Пока ничего не вижу. А, да, да, да. Но это не монголы, это, может быть, разбойники какие. Так, давайте качну. Сейчас у нас техники. Стойки, призрак. Сейчас, вот здесь, смотрите. Тихое убийство. Что дает? Мягкое приземление. Или это не здесь? Сейчас самурай. Уклонение. Идеальное парирование. Стойки. Что-то я просто не помню, где... где у нас... ребят... снаряжение. Но это тоже не то. Одеяние, оружие. Я вот не помню, где у нас... на противоборство-то? А, вот здесь. Но у нас не хватает одного очка. Все понятно. А я-то думаю, почему... почему так? Ладно, давайте качаем тогда... качаем с вами кунай, потому что, в принципе, это тоже вещь очень даже неплохая. А сколько у нас кунаев там? Так, здесь у нас стрел. Ну, хватит, я думаю. Кунаев у нас три. Сейчас. Ну, противоборство давайте попробуем. Сразимся! Опять же, в принципе, я не против и в таком формате с ними сразиться. Я готов. Следующий. Ну и плюс мы с вами исполняем решимость. Это меня тоже, тоже очень сильно радует. Давай наверх сразу. Сейчас мы с вами заберемся куда-нибудь сюда. Ну вот, как видите, они сейчас попытаются забраться наверх. Я их здесь как раз-таки жду. О, а так они не палят меня, что ли? Это странно. Попал, прикольно. Так что, потеряли, что ли? Не-не, лезет, лезет, лезет. Так, здесь стойка нам понадобится другая. Куда? Кого, кого зовешь-то? Подлюка. И чё? Это все? Хм. Ну, как я понимаю, здесь на самом деле у нас достаточно много вот этих всяких припасиков, ребятки. А, так, главное, чтобы хищников здесь не было. Так, ну припасиков что-то у нас тут на самом деле-то и не очень много. Хотя нет, вот. Полотна есть. Вот здесь, глянь, тоже тис. Опять полотна. Ну вот эти материалы нам понадобятся, когда мы с вами будем прокачивать там либо перса, либо, может быть, какое-то наше снаряжение, которое мы с вами получим. Сейчас, давайте я на всякий случай поднимусь наверх. Так, опять же, ничего нет. Ну, пролезть можно было, типа, чтобы по стелсу всех убрать. Ну, я как бы в этом, прям в каком-то супер стелсе, я не заинтересован. Как бы мне это не очень интересно.
В том смысле, что здесь очень красивые и вот эти самые противоборства. Ладно, я думаю, что здесь мы с вами закончили. Место, кстати говоря, почему-то у нас не отмечается на карте. И что сделал там, я тоже не понимаю. То есть, как вот такие варианты, да, у нас есть. Можно поиграть на этом музыкальном инструменте. Давай, ветерок, покажи нам. Все, скачем. Бамбук. Ну, цветы мы с вами тоже будем собирать. Если увижу, конечно, я буду подбирать все. Так, не это ли поместье, которое мы с вами ищем? Поместье Адати. Да, оно самое. Поместье клана Адати. Госпожа Масако, наверное, здесь. Госпожа Масако! Воины клана Адати! Есть кто живой? Госпожа Масако! Это Дзин Сакай! Кто-то вломился внутрь. Что тут было? Нагината. Такие носят женщины клана Адати. Они защищали семью. Бог ты мой! Что здесь случилось-то? Они пытались спастись. Передавали детей через окно. Все разграблено, но следов борьбы нет. Не, припасики оставили. Еще и оставили кожу. Так-с, ладно. Убить его! Вот падлы. Где госпожа Масако? Где она? Отвечайте. Говорите, где она? Не успели. Кто были эти люди? Не монголы и не разбойники. Нужно узнать, что здесь произошло. Выжившие могли ускакать на лошадях. Проверю конюшню. Так, пойдем искать конюшню. Сейчас. Здесь у нас поиск. И чего? И ничего. Так-с. Давайте побыстрей. Пустая конюшня. Кто-то забрал лошадей. Кровь высохла. Следы копыт. Кто-то ускакал прочь. Остались следы. Так, ну типа пойдем по следам, да? Так точно. Следы ног. Всадника преследовали. Сюда. За ним гнались лучники. Всадник был умелым. Знал, как не дать им прицелиться. Мертвая лошадь. Это лошадь клана Адати. Мертва много дней. Госпожа Масако, это я! Дзин Сакай. Говорили, ни один самурай не выжил у комоды. А мой муж? Господин Адати защищал наш общий дом. И храбро погиб. Наш дом. Зачем ты пришел? Хан Монголов схватил господина Симуру.
Вместе с вашим кланом мы сможем спасти его и отомстить врагу. Клана Адати больше нет. Сородичи предали нас и убили. Изменники. Почему они напали на тех, кто их защищает? Это я и хочу выяснить. Я пойду с вами. Нет. У тебя есть свои заботы, они важнее моих. Я не брошу в беде семью самурая. Я знаю, каково это – остаться последним в клане. Я не могу взять на душу твою гибель. Не придется. Тогда едем. Давай, Кагэ! Я с кем-то сражался в вашем доме. Это были они, хотели закончить начатое. Той ночью, когда мой муж и сыновья отправились на битву с монголами, в наш дом пришли убийцы. Моя сестра забрала детей и побежала, а я и жены моих сыновей остались, чтобы сражаться. Нас было слишком мало, а потом не осталось никого, кроме меня. Тоже было со мной, у комоды. Но на этом все не закончилось. Я похоронила их здесь, вместе с остальными. Я пыталась их спасти, но убийцы поймали их по дороге. Всех зарезали. Мою сестру, внуков. Даже малютку Нацу. Ей 2 недель не было. Я смогла лишь похоронить ее вместе с матерью. Этого не должно было случиться. Мою сестру следовало похоронить с мужем на севере. По крайней мере, она со своей семьей. Идем. Мы поедем к Золотому храму. Вы пережили все это одна? О, я не одна. Убийцы еще живы. Они ответят за содеянное. Пока они живы, каждое мгновение бесчестие для меня. Вы не должны себя винить. Может быть, но мой долг – наказать их за все. Тебе придется пойти без меня. Найди монаха по имени Соган. Расскажи ему, что стало с кланом Адати. Что вы такое задумали? Помоги безутешной вдове. Когда поговоришь с Оганом, иди к Броннику. Она кое-что для меня чинит. Возьми это себе. Так и сделаю. Спасибо. Буду ждать тебя с другой стороны храма. Да, ребят, так и сделаем. Вдруг там какие-то улучшения будут для нашей брони. Я буду только рад. Офигеть. Прикольно. Господин Сакай, это честь для меня. Ты здесь главный. Я бы назвал себя слугой, мой господин. Мое имя Дзюнсин. В этом храме я устроил приют для обездоленных. Оповещу людей. Если сюда добраться нельзя, вокруг Ариака есть лагеря. Я отдаю туда всю пищу, какую могу. Это хорошо. Я ищу одного из твоих братьев-монахов. Его зовут Соган. Он сейчас подметает в храме. Спасибо, Дзюнсин. Ты делаешь доброе дело.
Отлично, сейчас его найдем. Нет, правда. Трон императора монголов... Господин! Рад тебя видеть. Гонзиро, да? Ты служил господину Нагао. Хороший был человек. Мне очень жаль. Я польщен, что вы помните простого слугу, господин Сакай. Здесь многие обязаны вам жизнью. Боюсь, битва за наш дом только начинается. Вот почему мы хотим помочь. Люди отдают, что могут, и... Прошу вас, примите это. Спасибо, Гонзиро. Тебе и всем, кто пожертвовал. Мы будем и дальше помогать вам. И мы, и другие люди, до которых дойдет ваша слава. Да хранят вас боги. Так, доступно 2 дара. Смотрим. Разъяренный воин. Это у нас, ну, такая маска. Прикольно, да, да. Я хочу. Шик. И улучшение у нас, ребят. У оружейника есть, плюс мы с вами получили ресурсы. Сейчас, дайте-ка я гляну. Вот здесь, смотрите, у нас оружейник, да. Одно улучшение доступно, а вот у других мастеров пока улучшений нет. Ну, то есть они есть, но у нас, по всей видимости, не хватает просто-напросто необходимых ресурсов. Прошу. О, господин, это тот чувак с ребенком. Вы живы? Я шел напрямик, не по дорогам. Все, как вы велели, господин. Рад, что ты добрался. Как там твой сын? Он храбрее отца. Мне никто не верил, когда я говорил, что нас послал сюда самурай. Береги себя. И сына тоже. Эти люди не обучены сражаться. Но мы будем помогать всем, чем сумеем. Видишь? Так, поговорить с монахом, подметающим храм. Сейчас, пускай подождет. Хочу вот с этим поговорить. Господин, вы идете к остальным? О чем ты? Я слыхал, что в префектуре Адзама собирают отряд сопротивления. Кто-то еще хочет дать отпор монголам? Смело, но без должной подготовки это опасно. Я их разыщу. Позвольте мне заточить вашу катану, господин. Катана клана Сакай. Великолепная работа. Ты по виду сумел узнать? Для меня нет одинаковых мечей. Различить их не сложнее, чем владельцев. Господин Сакай, принесите мне материалы, и я сделаю этот прекрасный меч еще лучше. Теперь мы с вами сможем быстрее убивать врага. Это то, что надо. Сбалансированный, острый и опасный. Прошу прощения, но этого не хватит так, для работы. Так, 25 железа, 5 стали, 300 припасов. Да, много прощай. Придется нам собирать. Итак, ну, а теперь я, в принципе, готов поговорить с этим монахом. И потом мы с вами наведаемся к Бронику. Привет, монах. Ты Соган? Да. Я Сакай. Вы самурай? Живой? У меня послание от госпожи Масаку. На клан Адати напали. Выжила только она. Монголы. Предатели. Наши сородичи. Это чудовищно. Ты не видел здесь никого подозрительного? Вооруженных людей? Я никого не видел. Обычно у меня много дел. Передайте госпоже Масака, что она может укрыться здесь. Я тебя не оставлю. Благодарю тебя. Не за что. Да, и все-таки странно, почему Масака не захотела сюда мне заходить нужен сама. Так, перед Броником мы с вами поговорим еще вот с этим мужчиной. Господин Сакай, вы видели птиц? Каких птиц ты ищешь? Золотых. Тех, чьи песни напоминают о мирных временах.
А, моя мать их любила. Говорила, что эти птицы знают наш остров лучше всех. Охотно верю, господин. Будь я смелее, я пошел бы следом за такой птицей. Посмотрел бы, куда она меня приведет. Пожалуй, я так и сделаю. Но ты и правда с этим погоди. Не рискуй напрасно. Хорошо, господин Сакай. Благодарю вас. Доспехи хорошо сидят, господин? Меня прислала госпожа Масаку. Сказала, я могу забрать то, что ты сейчас чинишь. Доспехи. Такую хорошую работу нынче редко встретишь. Сейчас принесу. Ничего себе! Получаем доспехи клана самураев. Я хочу их. А, так у нас, получается, они уже по дефолту и встали. Отлично. Доспехи прекрасно сели, господин. Они превосходные. И хорошо вам послужат. Но если в них что-то вам не по вкусу, можно и подправить. Нужны будут только материалы. Спасибо. А вот с материалами, я думаю, у нас не очень пока хорошо. Ну ладно, как бы то ни было, ребят, мы идем к Масаку. Сейчас мы с ней побеседуем. Ну и знаем, что будем делать с вами дальше. Ты забрал доспехи. Ну да, такие же, как и у нее. Они мне впору. Они принадлежали моему старшему, Сигисато. Это честь. Я поговорил с монахом. Что он сказал? Предлагает вам укрыться в храме. Да, чтобы убийцы знали, где меня искать. Нужно уходить. Ах, вот оно что! Вы думаете, за резнёй стоит Соган? Он был в моем доме незадолго до убийц. Этот тощий подлец их разведчик. Это еще не доказательство. Нет, но вызывает подозрение. Соган прибыл из Камиагаты как раз в начале осени. Когда мы узнали об угрозе нашествия? Чтобы погубить мой клан, нужна была тщательная подготовка. И война, чтобы скрыть измену. Где этот монах? Вот и Соган. Спешит куда-то. Пусть волк сам приведет нас в логово. Не знаю. Пожалуйста, мы так голодны. Ага, понятно. Ну, сейчас мы с вами будем можем за ним следить. Здесь. Вы послали меня его напугать. Чтобы он растерялся и совершил ошибку. Теперь он ведет нас к своим друзьям. Будьте отлично. Рядом, нас не должны увидеть. Так, ну где он там? Идет. Блин, где спрятаться-то? Давай сюда, быстрей. Слишком близко подходить не будем. Так, стоп. Еще и припасики. Замечательно. Хоть бы никто не видел, как я ухожу. Да. А вот насчет этого ты сильно ошибаешься. Прячьтесь. Он нас видел? Вряд ли. Пошел дальше. За ним. Не, прикольная маска. Должна, по идее, устрашать. Так, давайте-ка я вот сюда пробегу. Отлично! Там еще припасы, знаете, как будто нас подманивают припасами. Так, давай бежим. Опа. Кто там? Спокуха. Да показалось, конечно. Так, в растительности давайте посидим. Так, цветок там еще. Ну, я на самом деле думаю, что мы с вами где-то здесь пойдем. Скорее всего. Ну что, в итоге прошел он? Да, проходит. Скройтесь. Тихо! Падла. Не, ну мы с вами далеко.
мы с вами очень далеко. Он нас не видит, но зато мы с вами его видим. Так, отлично. Шикарно. Плюс цветы, которые можно сорвать. Чё-то я его потерял, ребят. А, в итоге куда-то пришел. Сейчас поглядим. Там, наверное, какие-нибудь разбойники, да? Подойдем ближе. Сюда. Масако жива. И теперь с ней самурай. А, так вот кто перебил наших людей в поместье. Вы болваны. Теперь они знают, что я в этом замешан. Найдите их! Чего раскричался-то? Я спрячусь здесь. А вы идите и убейте их обоих. Эти люди убили мою семью. Мне нужен монах. Остальных прикончи. Ну, меня спасибо ищите? За разрешение. Сейчас мы с ними со всеми и разберемся. За клан Адати! Получили, твари. Руби, руби. Вот так. Следующее. Это все. Подожди. Ух ты, ух ты. Вот так делаем. Найс. Теперь ты. Так, стоп. У нас, да. Вот хотел как раз это и сделать. И думаю, что-то какая-то пауза, блин. Уж больно продолжительная. Шик, давай добивай. Да что ж такое-то? Сейчас. Че орешь-то? Теперь ты. На. Да блин, ну ты молодец, конечно. Тихо-тихо-тихо, не трогай ее. Все. Соган вошел в трактир. Я видел. Куда-то вот сюда. Так, подожди. Во. Тебе некуда бежать. Это ты погубил клан Адати. Я доставлял послание. От кого? Знание не облегчит страданий. Да что ты знаешь о страданиях? Масако. Я хоронила своих родных одного за другим. Несколько дней. Но тебя я оставлю для волков. Он нужен живым. Пусть скажет, кому служит. Наш мир изменился. Те, кто это видит, встают ему навстречу. А тех, кто мешает, нужно убрать. Это же были дети! Масако! Он бы нам ничего не сказал. Мы должны узнать правду. Что-то должно подсказать. Поищите снаружи. Я здесь все осмотрю. Закончишь, приходи. Имена и символ. Соган, Садао, Май, Кадзивара и Амура. Масако может их знать. А, так это все? Ну ладно. Тогда, ребят, спускаемся. Нашел что-нибудь? Здесь список имен и символ клана. Эти люди носили такой же символ. Я никогда его не видела. Враждебный клан. Они хотят захватить власть. Нужно их остановить. Остановлю.
Одна вы не справитесь. Когда об этом узнает мой дядя, он заставит предателей ответить за все свои злодеяния. Помогите мне, и мы покараем убийц ваших родичей. Вместе. Когда отправишься спасать своего дядю, я помогу. Спасибо, госпожа Масако. Но до тех пор у меня есть дела. Ну вот и замечательно. То есть поддержкой мы с вами, госпожа Масако, заручились. Получаем с вами еще одно очко техники. Ну что ж, давайте поглядим, что у нас там дальше по заданиям. Дальше мы с вами можем, ну, взять вот эту миссию, это небесный удар. То есть мы с вами получим в качестве награды за выполнение этой миссии вот этот прием, я так понимаю. И потом как раз-таки мы с вами отправимся вот сюда, кузня Камацу, потом вот по этим заданиям. Это по основной сюжетной линии, то есть примерно план действий, я думаю, вам понятен. Ну а на этом все. Всем еще раз большое спасибо за просмотр. Всем удачи!